Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» приглашает жителей города принять участие в большом этнографическом диктанте. Просветительская акция пройдет с 3 по 8 ноября в онлайн и офлайн форматах. Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов. Время прохождения 45 минут. В онлайн формате акция состоится на официальном сайте miretno.ru. Принять участие в диктанте офлайн можно 3 ноября в 11 часов на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор, Самарская историческая мечеть и другие. Администрация промышленного района сообщает о старте 3-го Всероссийского чемпионата по искусственному интеллекту, который направлен на поиск и развитие талантливых специалистов. Его участники в течение месяца будут решать задачи Университета Иннополис, Международного аэропорта Шереметьево и Почты России. Призовой фонд составит 3 миллиона рублей. Участнику Великой Отечественной войны Александру Владимировичу Любимову исполнилось 98 лет, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Не достигнув возраста 18 лет, в июле 42 года Александр Любимов отправился добровольцем на фронт. 2 года учился в Харьковском военном краснознаменном училище химической защиты Красной армии. В 1944 году Александра Владимировича направили на Карельский фронт. Он имеет медаль за боевые заслуги, за победу над Германией Великой Отечественной войне, орден Красной звезды Отечественной войны 2-й степени, орден за партийную доблесть и множество юбилейных медалей за победу. Департамент опеки желает имениннику неиссякаемой энергии, благополучия и мирного неба. Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям.